Власти города решили проверить чистоту во дворах. Только в Октябрьском районе Кирова составлено 12 протоколов на управляющие компании за плохую уборку территории. Речь о скользких тротуарах и колеях на проезжих частях. В администрации предупредили управляющие компании о том, что из-за перепадов температур днем плюс, ночью минус, во дворах образуется гололед. Поэтому и тротуары, и проезды нужно чистить до асфальта или брусчатки. Также в мэрии уделяют внимание уборке снега с крыш и проверяют наличие сосулек. Управляющие компании знают об этом и стараются вовремя выполнять свою работу. Но не всегда это получается. В Октябрьской администрации лежат стопки, замечания и претензии. На текущий момент в Октябрьском районе рассматривается 68 административных производств за несвоевременную расчистку кровель от наледи снега сосулек. Также 6 административных производств рассматривается за падение снега на автотранспортное средство владельца с кровель домов.